Я приветствую всех из Одессы. Сегодня 26 сентября 2024 года. Немного подробностей относительно сегодняшней ночной и вчерашней вечерней атаки на наш регион. Значит, воздушные силы заявляют о том, что в ночь на 26 сентября 2024 года враг атаковал Одесскую область четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59, Х-69 из акватории Черного моря. И также оккупанты выпустили по Украине 78 ударных беспилотников типа «Шахет». В результате противовоздушного боя сбиты 4 управляемые авиационные ракеты Х-59 и 66 ударных беспилотников. К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭП Сил обороны Украины. Силы обороны Юга непосредственно заявляют о том, что противовоздушная оборона Юга Украины сбиты 4 управляемые авиационные ракеты Х-59, которыми враг атаковал Одесскую область из акватории Черного моря, а также 11 ударных беспилотников «Шахет». Но только касательно вот этих 11 штук информация не уточняется. Это в общем на юге было сбито 11 «Шахедов» или это именно в Одесской области было сбито 11 «Шахедов»? По поводу данного момента информация не уточняется. Глава областной военной администрации Олег Кипер заявляет о том, что ночью враг атаковал Одесскую область ракетами и беспилотниками. Силы противовоздушной обороны работали очень напряженно. Большая часть неприятельских целей была уничтожена. Соответственно, из этого заявления можно сделать вывод, что не все беспилотники, либо не все ракеты были уничтожены. В результате ракетной атаки в Одесском районе погибла 62-летняя женщина и повреждены здания и машины. Также произошло возгорание сухой травы, и спасатели оперативно ликвидировали пожар. Что касается дроновой атаки, которую террористы совершили уже под утро, погибших и пострадавших нет. Существенные разрушения инфраструктуры также не зафиксированы. Вот. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области. Прокуратура уже опубликовала две фотографии с места попадания то ли обломков, то ли ракет. То есть информация снова немножко разнится, да, заявляется о том, что были сбиты все ракеты, но я так понимаю, что ракеты были сбиты не все, потому что вчера во время атаки и наши мониторинговые паблики, и местные жители Южного заявляли о том, что был прилет, после которого даже пропал свет и после которого начался пожар. Вот, и в результате прилета, то ли падения обломков, погибла женщина 62 года и есть повреждения. Вот, но... Еще раз, мы доверяем только официальным источникам, а по официальным источникам прилетов не было. Как-то так. Я на связи, подписывайтесь на канал, до встречи, пока.